18+ появится и на книгах. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям разработало проект рекомендации по применению значков 0+, 6+, 12+, 16 и 18+ для книжной продукции. Согласно документу, они должны располагаться на полосе печатной продукции, содержащей выходные сведения, и не должны быть меньше шрифта, используемого на этой полосе. Учебники, издания с научно-технической и статистической информацией, нормативно-правовыми актами, информация о состоянии окружающей среды и некоторые другие книги маркироваться не будут. Если издание запрещено для детей до 18 лет, соответствующий знак обязательно должен присутствовать на обложке. Проект рекомендации будет изучаться экспертами до 22 декабря, а затем его передадут на утверждение в госорганы.